Всем привет! С вами Нильф Горн, это Castle Story после всех праздников. Так что поехали. Во-первых, я только что отбил атаку и довольно-таки серьезно меня потрепали. Сейчас я вот тут вот кое-что расширю, кое-что куда-то переведу. Меня так серьезно довольно-таки потрепали, потому что не знаю уж почему на самом деле. Ну, в общем, как-то немножечко неприятно даже было. Ну ладно, поехали дальше. Во-первых, мне нужно немножко перестроить все. То есть мне нужно тут восстановить некоторые камни. И нужно перестраивать стены, перестраивать их довольно-таки серьезно. Смотрите, и уборщик первое, что он начал убирать, это начал он убирать деревья. Странно. Вообще первый раз такое вижу. Во-первых, нужно вот здесь вот перестроить стену совершенно, да, по-другому. Сделать как каменную кладку. Я не спорю, да, многие об этом говорили, но, как сказать, я не то что не думал и не обращал на ваши слова внимания, ну, просто всегда думал... Я, точнее, всегда думаю, что можно что-нибудь новое изобрести. В принципе, в данный момент я изобрел... Ну, не изобрел. У меня другая тактика будет построение стены. Просто вот здесь вот, в любом случае третий ряд нужно класть. То есть, потому что я заметил, сейчас вот гигант здесь просто пробил один блок и наверх полез. Как бы это не конечная стена была, чтобы о ней как-то размышлять. Так, вот я сейчас что вижу, что у меня... Всего лишь два рабочих. И давайте мы одного уберем. И по поводу складов до сих пор есть проблема. Посоветовали, допустим, что нажать правой кнопкой на меню, вызвать меню склада, и здесь появится какая-то кнопка удаления склада. Я здесь удаление склада не вижу. Здесь есть аутоконверт, который складывает из сыпучего камня, делает сразу камень нормальный. Класть дерево или не класть, класть глоустон или не класть, оранжевые кристаллы, блю кристаллы, то есть голубые кристаллы тоже класть, не класть, и класть сюда блоки или не класть. Все, больше здесь никакого меню нету. В идеале вообще-то, ну вот я как считаю, мы берем, допустим, где мы строили эти склады, то есть в режиме плотника. И шифтом, как мы убираем все блоки, мы жмем здесь вот так вот убрать. То есть, в принципе, вот в принципе, оно должно так вот заработать. Но смотрите, когда я нажимаю просто сбросить настройки у себя личные, как бы такие, оно, ну, меняется. То есть оно... Нет, уборщик отвратительно, мне вообще не нравится, как он это все делает. Черт его. Занимается фигней реально долго. Ну все, что ли? Теперь он будет тупить по-жесткому. С людьми нету проблем на самом деле. Теперь проблемы есть именно именно в правильной постройке, так скажем. То есть надо как можно больше лучников. Потому что тактика, которую я думал изначально, я сделаю, что они будут у меня бегать все вот сюда вот по этому туннелю, она не проканала. Кстати, я не успеваю сделать здесь вот эту шахту, и, похоже, в этом есть проблема. Я не знаю, почему так, но куча народу, которые должны, в принципе, 4 человека, которые занимаются строительством. Ладно, 5 человек, которые занимаются строительством, они не справляются с элементарнейшей стеной. Они не успевают ее построить. Ну ладно. Так, все, в принципе, места не хватает. Но можно кристаллы, конечно, перетаскать. Кстати, вполне реально. И вот давайте мы вот этим вот займемся, перетащим кристаллы. Как видите, даже если вот человечком навести на меню, ну, на склад, тоже не, ничего не показано, что как-то склад можно каким-то образом убрать. Вот представляете, какой выбрал он маршрут, чтобы добраться до кристалла? Офигеть. Офигеть, да. Да, да, да. Ну ладно, хоть так. Офигеть. Вот это, то есть ему сложнее было вот сюда вот завернуть, вот так вот под дверь прижать, нет. И такое чувство вот сейчас вот лично у меня складывается, что они специально так сделали, чтобы он, чтобы миньоны, ну вот эти наши желтые друзья, выбирали самый
самый сложный путь, а не самый легкий путь. Вот смотри, даже вот здесь он бежит зачем-то. Офигеть. То есть это намек на то, что нельзя нигде ступеньки оставлять, что ли? Так я понимаю? Придурки. Ну вот честно, но у меня других слов нет, но это же дебилизм, блин. О, смотрите, ступенька, спрыгну-ка я с нее. Блин, для чего тогда делаются лестницы? Ну как бы, да? Просто у них нету приоритета, у них нет приоритета на ступеньки. У них нету приоритета на какой-то ближний путь. У них есть просто какой-то вообще дебильный проход по территории. Вот честно, у меня других слов не появляется. Так, давайте расставим своих лучников, потому что сейчас будет нападение. И довольно-таки опасное будет нападение, потому что у меня недостроено вот 4 куба. Но думаю, они успеют вот прям вот дотаскивать последние человечки. Вы дотаскивают. Так. Все бежим отсюда. Бежим. Вон куда-нибудь туда вот. Все. Успел я впритык прям стену достроить. Ну вот, собственно говоря, что и происходит. Воины встречают у нас парочку миньонов. Ну вот некоторые... Ну куда? Ну вот это бред. Это вот вообще бред. Полнейший. Ух ты! А как так-то? Как так-то они их разбивают? Они их просто убивают. Смотрите, что творится. Ну давай ты, господи. Что творится? Смотрите, у меня убили всех воинов. Смотрите, что творится. Они просто вообще шабуш устроили. Офигеть, ребятки. Я... Честно, я... Такой, смотрите, один. Честно, я не знаю, что происходит. Такое чувство, что модернизацию... Все вот эти вот человечки прошли модернизацию ихние, гоблины. И они теперь так отлично, я бы даже сказал. Ну давай. Тут же все очень просто. Просто в спину с фигачим им. Ну смотрите, тут... Офигеть! Это серьезно, честно говоря. Здесь уборщик точно нужен. Вот это вот, да. То есть у них теперь... Они даже и убивают моих лучников, просто кидаясь в них камнями. То есть тактика, которая раньше была и работала, ну то есть спокойно стоять на стенах и отстреливаться, она теперь совершенно не работает, совершенно не фурчит. Не функционирует вообще никаким, ни разу, никак. И вообще... Офигеть. У меня нету слов, я в шоке. Потому что я сейчас потерял, ну можно сказать, больше половины своих воинов. Да. Ладно. Во-первых, мы делаем следующий ряд вот таких вот блоков здесь. Так, нет, вот давайте вот здесь вот так сделаем. И здесь вот так вот. То есть чуть повыше сделаем сейчас. Хотя вот здесь вот, ну, нет, здесь знаете, мы как сделаем? Мы, наверное, вот так вот. Да, блин. Вот так вот сделаем. Так. Вот. Ну все, вроде бы. Блин. Кристаллы. Лучников. Ну, лучников, надеюсь, мне получится восстановить. Ну вот, смотрите, я двоих лучников восстановил. У меня было... Не, у меня было больше, по-моему, да. Да, у меня было, по-моему, больше. То есть, вообще потери, они в минус всегда уходят. То есть, если вы теряете хотя бы одного миньона, то они уходят в минус и
Это печально, конечно, в общем. Одним словом. Я не понимаю, ну вот что вот он стал? Вот смотрите. А, ну да, все правильно. Ладно, извиняюсь. Я извинился перед миньоном. Довольно-таки сложновато стало как-то так напряжно, честно говоря. Ну, на самом деле, все напряжно из-за того, что они вот именно расстреливают моих лучников просто по... вообще по-жесткому, вот так вот скажем. Вот смотрите, уборщик один стоит и не хочет собирать вот эти вот желтые кристаллы, собственно говоря, ради которых я здесь их и собрал, чтобы они этим и занимались. Бред. Да что такое-то? Смотрите, опять FPS начал проседать. Жестко. Жестко просто. Странно. Странно, странно. Ладно, давайте всех на строительство. Этого тоже на строительство. Ну и сейчас, честно говоря, я вижу только одно. Тот вариант тактики, который я избрал в самом начале, он не... вообще не. Вот ни разу не. Потому что... ну, потому что он... она, точнее, эта тактика, она не канает. Ладно. Делаем тогда дверной проход. Делаем кучу дверей здесь. И все, и лучников между этими дверями. Как-то так. Иначе я не вижу никакого варианта. Так, думаю, суть понятна вот этой постройки. То есть я должен отбиться в первую стену. Вот в первую стену, вот в эту. То есть у меня есть шансы отстреляться на первой стене. И потом все. Но, блин. Я заметил, кстати, они кидаются не в ближайших, вот, допустим, они прибегают, и не вот в этого будут кидаться, а будут кидаться вот в этого, чтобы его скинуть за ворота, понимаете? Это вот тоже вот, вот чего вот он стал? Нет, чтоб... раньше они как-то умнее были, они друг другу камни передавали, и ближайший бежал к стройке. А сейчас они как-то и строят, смотрите, ну... что это за выбитые зубы какие-то? Честно говоря, у меня только одно вот... одна мысль, то, что это какие-то реально выбитые зубы. Так, ладно, давайте туда миньона перетащим. Здесь мы... Здесь уже бесполезно что-либо строить. Будем надеяться, что здесь просто выживет... миньоны выживут сами по себе. Лучника, к сожалению, больше не получится сделать. Также они бегают по великому проходу ступеньки. Это, ну это бред, честно, это бред. И их слишком много становится. И смотрите, большое количество лучников, оно не помогает уже как бы в том смысле, что от большого количества. Потому что они не выбирают... с каждой свою цель, они выбирают ближайшую. И, допустим, если вот так вот бежит в ряд друг за дружкой 6 големов, то они тупо первого убивают, второй уже ближе. То есть, понимаете, они подпускают к себе врагов. А лучники, в принципе, и должны для того... они и существуют для того, чтобы не подпускать к себе врагов. И вот здесь вот это не работает, собственно говоря. То есть здесь они спокойно, с величайшим удовольствием, я бы даже сказал, подпускают к себе врагов. Ну, смотрите, они все вчетвером, там, восьмером решили в первую очередь... смотрите, у меня сразу одного убили. Один упал... смотрите, вот бред же получается. Один упал, и он ничего не делал. Он просто стоял и ничего не делал. Это же нечестно. Еще одного сбили, отлично. Один у меня уже проник, как бы вовнутрь. Офигеть, тут просто все. Все, я проиграл, ребятки. У меня остался один лучник, который, ну так скажем, ничего не сделает. Максимум, что я сейчас... вот. Еще один лучник остался, но он у нас решил...
просто, просто стоять, ничего не делать. То есть, смотрите, вот он, смотрите, вот, вот лучник, да? Вот он у нас стоит, у нас он у нас стоит. Вот, вот, хорошо, наконец-то он кого-то решил убить. Вот, молодец какой. Беги, твою же ж. Чебурек. Уиги-уиги. Беги, беги. Ну, ну блин. Офигеть. Он своего же лучника убил. Ну блин, это жесть. Они, может быть, я своих же и расстреливал вот здесь вот, кстати. Может быть, вполне же может быть, да? Офигеть, короче. Ну вот, ладно, он заглючил. Это мне кое-как поможет. Но, ребятки, я так понимаю, это конец, конечно. Потому что сейчас я просто не успею... Пряга, который я дал задачи, то есть... Такую большую, мощную задачу дал всем строить... Игра аж заглючила. Офигеть. Офигеть. Еще раз. И офигеть. Потому что... Ну ладно. Я точно могу сказать, что ваши вот советы сейчас, допустим, как там надо было строить по-другому. Там надо было их расставлять по-другому. Они не работают. Тут изменилась тактика. Монстры ведут себя совершенно иначе, чем вот как я лично помню. То есть с тех времен, когда я играл. То есть они совершенно сейчас иначе себя ведут. И это огромнейший плюс только им. Потому что они стали умнее, чем мои вот эти все миньоны. Лучники стреляют в своих. Лучники, падая, не стреляют. Они просто... Вау, упал, и типа я там в какой-то прострации нахожусь. И, скорее всего, следующая волна будет последней, потому что я не смогу отстреляться. Плюс с последней волны 4 минуты, похоже, я только отбивался от врагов. Ну ладно, хотя бы рабочих у меня не прибивали, ладно. Раньше как-то в первую очередь они на рабочих нападали, и это как-то более-менее спасало, так вот, знаете ли. Сейчас, получается, это вообще ничего не меняет, как бы. Рабочий, он не рабочий, один фиг. Всем наваляют, лучникам, рабочим. Ну вот смотрите, по, как сказать... По последовательности действий и по правильности действий они должны в первую очередь вот этот блок вставить. Да, но смотрите, чем они занимаются. Они занимаются какой-то ерундой. Притом, вот эту линию я дал позже, чем вот эту. Допустим, если есть последовательность. Тут, ну, если по последовательности они работали бы, команды выполняли. Но в данном случае они работают вообще вот, ну, как вот им вот захочется, так и они работают. То есть у них нет даже какой-то... Они не выполняют ближайшие работы. Они вот какой-то по своему там какому-то плану работают. И это неправильно. Вот честно, это неправильно. Серьезно неправильно. Вот. У меня других слов нету, потому что... Ну, это не очень хорошо. Вот что я могу единственное сказать. Так, у меня уже появились на самом деле мысли, как делать в следующий раз. Там, если, конечно, на это все хватит времени, потому что, чтобы нашим лучникам не стреляли в спину, я буду делать что-то вроде башен с дверьми, наверное, да, ну иначе никак не получится, да. Да, скорее всего, так и будем делать. Будем делать два блока, два стену на втором блоке, то есть вот на этом высоту два блока. И будем ставить вот так лучников, чтобы в спину им не кидали. То есть, допустим, если лучник стоит здесь, чтобы они вот туда вот им не кидали. И тем самым, как бы, и я защищу лучников, чтобы они не падали, и своих же лучников защищу от своих же лучников. Вот так вот. Вот.
Ладно, последнюю волну, вроде бы пора и заканчивать, как говорит мне будильник. Но, ну, блин. Давайте попробуем. Но, ладно уж, как говорится, последнюю волну можно закончить. Скорее всего, я на ней же и проиграю. Я сейчас попытаюсь вызвать хотя бы одного воина, наверное, да, потому что... А, нет, наверное, нет, я вызову лучника все-таки. Вызову лучника, всех спрячу просто при последней атаке. Да, есть еще один лучник, это замечательно. И, скорее всего, все-таки это будет разгром, мой разгром. Так, давайте вот здесь вот по-любому двоих надо выставлять. Здесь... тоже двоих надо выставлять по-любому. Ну вот смотрите, что они встали. А, камни кончились. Ну ладно, все, уже тут бесполезно. Бегите все, спасайтесь. Так, куда-нибудь сюда одного. И знаете, вот, наверное... Ну вот не сюда, вот на край. Вот сюда одного поставим. Посмотрим сейчас, что получится. Подзывание саксофона. Гиганты идут. Ну, гиганты, ладно. Гиганты не страшны. Их может и один расстрелять, честно. Но вот все остальные, это, конечно, уже опасно. Так, пока справляемся. Пока нормально. Давайте. Ну, вот смотрите. Вот этот вообще стоит. Он вообще, смотрите. О, среагировал на кого-то там. Есть. Давайте работаем, ребятки. Так, минус один у нас, можно сказать. Там вот где-то уже одного сбили. Да беги куда-нибудь, давай. Ну, не стой. Офигеть, он, представляете, он еще куда-то здесь что-то зачем-то оббегать начал. Ну, красавчик. Красавчик. Ну вот же, давай. Ух, ребятки, смотрите что. Я потерял, ну, как минимум одного. Вот где-то вот здесь вот потерял. Он, скорее всего, за территорию улетел. Я даже не заметил, куда он на самом деле делся. Ну, давай, вот почему вот этот-то не стреляет? Ну, странно. Вот он только сейчас вот реагировал. Вот видите, что происходит? Вот эта система, собственно говоря, в действии моя. Так, отлично. Давай. Вот сейчас убьет своего же. Нет, смотри-ка. Вот это тоже странно, почему. Или. А, я вспомнил, у них же всегда проблема была. Они же под себя как-то так с трудом стреляли. Отлично! Отлично, ребятки, отлично. На этом я точно уже буду заканчивать. Так, такое чувство, что у меня как будто бы все-таки. Человечков-то меньше стало. Ну, может быть, мне кажется. Так, на этом я, наверное, уж точно буду заканчивать. Я не ожидал, что я сейчас отобьюсь. Так, прям неожиданно приятно, я бы даже сказал. Ну ладно, хотя бы, как говорится, хотя бы сейчас я отбился. Это, ну, это неожиданность, так скажем. Так, все, значит, лучники, пускай души как бы придут в кристалл, прилетят в конце концов. И у меня будут лучники довольно-таки много, большое количество. Надеюсь, вот смотрите, куда он, вот. Это вот, представляете, насколько это бред, понимаете? Вот ихний мозг, насколько бредово работает, то есть он... Офигеть. Понимаете, что они сами мне затрачивают время на то, что вот драгоценное время, которое нужно отстраиваться, да? Они тратят его, блин, на всякую ерунду. Ладно, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Возмущаться здесь бесполезно, как говорится. Я ничего не могу сделать. Лишь только модернизировать свою постройку. С вами был Нильфгорд. Ставьте побольше лайков. Всем всего хорошего и пока.